Всем привет, с вами Неломоп. Я давно не играл уже в Roblox, и вот решил немного побегать, поиграть. Я выбрал режим именно Bizfarm Simulator, потому что он является моим одним из самых любимых. Что мы сегодня будем с вами делать? Во-первых, я хочу посмотреть, что тут по квестам у меня. Пчел у меня всего есть сейчас в наличии, сколько, типа, в Discover. 31 пчелу я имею, поэтому в новые локации показать я не иду. Но если тут глянуть на свои квесты, то у меня есть ряд квестов, которые у меня выполнены, но я хотел их выполнить именно сдать на видеоролике. Вот сначала с этим медведем поговорим. Ой, кто-то там вызвал. Новый квест даже возьмем сразу, пускай он будет у нас взят. Вот, 6000 pull in, collect 6 миллионов. Так, подождите-ка, давайте вначале еще мы сделаем, кроме квестов, я хотел... Ой, что-то, ничего не вижу, что происходит? Дождь, 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 уберите кислотный дождь. Ладно, идем сюда. Пофармим тут пока что. Паук на меня напал. Но мне, может быть, пока не стоит его бить, с этим пауком сражаться. По той простой причине, что я хочу вначале квесты максимально поздавать, позабирать. Может, какой-то у меня будет квест на пауков. Не буду спешить его уничтожать. Так, вначале я хочу пособирать бонусы всякие. Если вы вдруг не знаете, наверняка вы уже еще более опытные, чем я, роблоксеры в этом режиме. Вот здесь можно забрать. Так, где там еще можно было? Летим пушкой дальше. Значит, потом вот здесь где-то можно было забрать также. Ух ты, этого я не видел. Впервые я это вижу. Это что такое? Discover 3 Mystic Bee to Simon Mystic Meteor Метеоритки. И это первый раз вижу. Этого я не видел. Это какое-то новое обновление добавили. Этого не было ранее. Так, вот это я должен активировать. Потом вот это. Играть. А мы должны тут как-то участвовать в этой лотерее. Вот я помню, что я как-то брал листочек, брал карандаш, как-то записывал, и я как-то выигрывал. Так, что там надо нажать? Мне ничего не показали. Ладно, нажимаем. Так, значит, пишу. Как она называется? Черная. Раз, два, три, четыре. Так, тут я себе пометил, где у нас черная. Тут точка... Точка. Пишешь на листочке себе, где что находится, чтобы как-то ориентировать. Черная ягода. Потом, допустим, нажимаешь здесь. Видишь, тут малина. Раз, два, три. Значит, черная ягода. И потом точка, точка, точка. А вот тут у нас, значит, находилась клубника. Букву К пишу. Тут у нас клубника, тут черная ягода. Я уже запомнил. У меня еще есть 5 попыток. Так, билетик. О, неплохо. Тут напишу букву Б. Напишу, допустим, себе. О, желейка. Желейка. Букву Ж пишу себе. Точки пишу на листочке и пытаюсь. Может что-то угадается. Месяц. Это у нас раз, два, три. Это тут буква М. Месяц. Ну, может быть, сегодня... О, желейка. Желейка и желейка. Я записал себе. Я, в принципе, так запомнил. Вот, я выиграл себе желейку. Так, один бонус есть. Месяц. Так, где у меня был еще месяц? Могу месяц заработать еще вот здесь. Да? Да. О, видите? 10 месяцев заработал, да? Х5, Х5. Еще одна попытка у меня есть. И что мы будем использовать? О, желейка. Ага. Ну, то есть у меня есть несколько вариантов. Я сейчас уже по листочку самой смотрю, чтобы я уже знаю, где у меня какие варианты мне точно не подходят. А где-то может попасться еще желейка. Ну, не повезло. А была желейка вот здесь. Видите, могу здесь угадать. То есть вот таким образом я вам советую тоже на листочке себе записывать. То есть время не ограничено, и ты можешь таким образом себе здорово получить то, что, в принципе, больше бонусов можно заработать. Так, идем сюда теперь. Тут тоже можно было бесплатно взять вот ягоды. Это все для кормежки. Вот здесь мы с монстром должны посражаться. Вот я давно сюда не заглядывал. Так, квесты пока отключаю. Так, он стал сильнее, по-моему, или нет? Монстр. Или он... Мои пчелы с ним сражаются, в принципе, просто. Вот я не знаю, после обновления... Что-то написано... Ага, там какая-то надпись. Медведь еще был, помню. Медведя было очень сложно побеждать. Мне никогда его не получилось победить, потому что у меня пчелы слишком слабые. И с ним долго сражаться, на самом деле, с медведем. Там в трубу, чтобы лезть, чтобы к нему... Ух ты, тут полно всего появилось. Билетики вон. Все позабирал, полно всего получил. Если вдруг какие-то коды знаете, вы можете мне в описании под видеороликом в комментариях написать. Я воспользуюсь вашей подсказочкой. Так, здесь что? Можно обменять, по-моему, билеты на желейку. Нам это пока что не нужно делать. Тут какие-то квесты можно сдать, интересно. Сейчас мы с вами это дело посмотрим. Так, вот, пожалуйста, один квест.
можно. Сдал, а новый получить, наверное, нельзя будет. Так, что здесь еще? Здесь можно вызвать дождик, медовый дождь, собирай мед, билеты. Вызвал дождь, кому-то, может быть, сейчас тоже там не подфартило, там где-то в воздухе бегает бедолага. О, боже, не ломал, вызвал, ничего не видно. Так, ну, пускай потерпят немножко. Так, у меня есть два баба, у меня есть желейки. У меня был квест, по-моему, но я пока что ничего даже не фармлю. Может быть, плохо, что я ничего не фармлю, надо фармить. Так, где еще какие-то квесты были, которые я могу выполнить? Знаки, во, complete, ага. Квесты, которые... Вот, полярный мишка у меня квест имеется, но я забыл. Вот, что ты должен, чтобы... Если ты хочешь брать вот здесь еще бонус, то ты должен быть в клубе. В клубе, знаете, как клуб, надеюсь, ходить? Ну, прошлое видео мои, можно тебе глянуть. И здесь можно еще, по-моему, брать билеты. 10 штук. Пока что в этом соревновании я участие не беру. Так, теперь мы идем сдавать следующее задание. Именно полярного медвежонка. Это надо нам наверх летать. Вот сюда. Тихо, открывай парашют. Так, вот он, полярный медмишка. Вот мы пришли к тебе квест сдавать. И какое бы... Хотелось бы мне сегодня что-то купить, хотелось бы на самом деле. Так, вилку мне дали, там что-то еще появилось. Так, квесты. Вот. Полярный медведь, Pumpkin, Sunflower. О, Defeat Мантисы. 8 штук мантисов нужно завалить. Вот тут у нас, по-моему, не появляются, да? Мантис. Мантис, 5-й левел. Пчелки, вы где? А ну давайте, сражайтесь тут, я вот... Че тут вам? Ой, волк пришел. Вервульф напал. Ну, вервульф это на самом деле такая штука, которая тоже побеждается довольно-таки просто, но просто иногда бывает квест на вервульфа, и не хотелось бы просто так его бить. Так, а что здесь? По-моему, тоже какое-то обновление. Тут что-то появилось, этого я раньше не видел. Что это такое? Что за пчелочка такая тут красивая у нас? Поговорим с ней. А я не знаю ее языка, видимо, да? Может, потом попозже у меня, когда откроется какой-то медальон, я смогу с ней общаться. Может быть, и что-то добавили в магазине нового? Все те же помпы, все те же трубы, миксер тоже тут также был. Тут костюмчик, который пока что мне вообще не по карману ни разу. Тут какой-то секретик был, я его забирал? Наверное, забирал, я уж не помню. Гулял я здесь, не гулял. Так, смотрим по квестам моим. Что-то есть у меня еще такое, что можно сдать? Не, остальное все нужно фармить. Вон, Defeat Fire Ants, огненных пчел. А там что-то какой-то звук странный. Обычно такой звук, когда какая-то пчела где-то появляется. Или просто возле магазина появилась. Может быть, возле магазина. Так, что мы можем сегодня еще сделать? Какой-то, может быть, Defeat Fire Ants. Огненные пчелы. Здесь были... Ой, муравьи. А, это не муравьи, это эти Леди Баксы. Fire Ants — это сложный квест, который проходится у нас не здесь. Там, где у нас с муравьями сражение. Это долго. Это я не смогу сегодня за видеоролик выполнить. Так, что еще тогда? Это мы пропускаем. Это тоже длинный квест. Потом это что такое? Rise 8 Beast to Level. Ага, вырастет 8 пчел. То есть наша задача накопить побольше денег, и купить, возможно, себе новую ячейку, новое яйцо для пчелы. Было бы здорово, потому что если я себе качну своего персонажа, вернее, куплю себе новые соты, у меня же откроется вот это вот место на 35 пчел. Мне нужно 35 пчел, а чтобы купить новую яйцо, это дорого. Вот тут что-то выращивают. Купить новое яйцо дороговато. Так, может, какие-то все-таки квесты коллект? Ой, что-то ночь наступила. О, я помню, это же тоже квест определенный. Это же тоже квест. Сейчас они светлячки пойдут. А вот они летят уже. Светлячки, вот они. Так, куда же они пойдут? Я не вижу. Вижу. Пойдем. Смотрим, куда они приземляются. Я не вижу. Кто-то видит, куда они приземляются? Они куда-то наверх летят. Пойдемте наверх тоже, пофармим их. Позгоняем, позаработаем, может, месяца. Так, идем. Оп. Так, где месяц? Не вижу. А, я не всех до конца загнал, видим. О, вот месяц появился, все. Это же тоже какой-то там медальон можно заработать за это все дело, да? Помню, есть же там персонаж. Так, есть, еще месяц. А мы потом сейчас посмотрим, сколько у меня месяцев всего насобирается. Так. Наверное, уже тут... Я вижу сейчас те ребята, которые со мной на карте находятся. Никто не собирает эти месяцы, потому что, видимо, они уже и так уже нафармили себе достаточно много всего этого добра. Так, может быть, я себе сегодня куплю пчелу. Может, нет, не знаю, как по деньгам мне хватит, не хватит. А куда пчелки улетели все?
Какие-то огни появились. Я не знаю, куда пчелы улетели, но я их не вижу. Так, так. На чем я остановился? Мне бы хотелось на самом деле, мне бы хотелось посмотреть, какова цена именно покупки нового слота для пчел, новой ячейки. Так, ну и плюс потихоньку коллект Strawberry Tokens у меня тут есть задание. И Pipe. Ну, это собирается оно само по себе, потихоньку оно собирается, как понимаете, токены. Так, тут что у нас? Полин, собрать пыльцу, мантисы, Flower Field и Pumpkin. Ну, полярного мишки, в принципе, квест реальный. Надо просто посмотреть, тут еще цены. Вот слот дополнительный. Допустим, открываем магазин. Грабли, это мне все пока что не по карману. Мне бы пчел хотелось бы новых. Где этот слот? Вот он. Чтобы купить новый слот, нужно 78 миллионов. 78 миллионов, а у меня 13. То есть это, мягко говоря, еще мне далеко до этого. Лучше квесты выполнять, наверное. Как-то, может, слоты мне будут давать за квесты. Может, когда я выполню до конца. Не могу купить, короче, слот. Он слишком дорогой, ребят. 78 миллионов, у меня всего лишь... Мне 13. Куда? Мне до него еще... Ого, сколько копить. Так, это у нас что, билетики? Тут у нас что? Тут у нас тоже был персонаж, помнится, мне стоялся какой-то. Так, ну тут я все позабирал, все, что можно было. А может быть и не все. Может, что-то новенькое здесь добавили? А, там сверху вон еще одна лотерея имеется, кстати. Так, мы с тобой можем побеседовать? Onnit. Это, по-моему, Onnit, это и есть создатель этого режима. А здесь я наверх могу подняться только... Ага, он перенес. Видите, раньше эти все штукенцы были внизу. А теперь наверх перенесли. У меня есть месяц медальон. Вот он у меня, он тут есть. Только он, видимо, не сильно прокачан у меня. Так, ну тут я смогу по этим платформам... Не, я рисковать не буду. Я вон насобирал 500... Почти миллион... Не, миллиона нет у меня. Половина миллиона у меня есть пыльцы. Мед не буду сейчас. Если я попаду вниз, я же погибну. Лучше не рисковать. Так, что тут с этим деревом? Добыли его? Нет. Да, добыли дерево. Идем тогда сдадим. Что еще мне можно сейчас сделать? Над чем бы мне можно было сейчас заострить свое внимание? Какой бы квест бы мне выполнить все-таки? Пампинг. 150 тысяч. Ну, давайте пойдем туда. Посадим, может, там боб. У меня есть бобов 7 штук. Мы можем там, в принципе, бобы посадить. И, собственно, можем там немножечко. Пампинг это, по-моему, то ли тыква, то ли пампинг, или это же все-таки это самый, как его, ананас. По-моему, ананас. Или тыква. Или ананас. Или тыква. Вот не помню. Так, жуки. А нам нужно этих жуков побеждать? Я не помню. По-моему, не надо по квестам никаких. Я их все равно побил. Так. Мы можем с вами, кстати, потратить приличное количество своей еды для того, чтобы выкормить своих пчелок. Плюс у меня еще жилеки появились. Можно что-то попробовать. Так, сейчас смотрим. Пампкин будет у меня появляться? Вот я фармлю. Тут у нас еще есть мантиса одна. Ой-ой-ой. Сейчас побьют меня. Пампинг нет. О, мантисы бьются, а пампинг мне не заполняет. Нет, это, видимо, не пампинг. Пампинг это все-таки, видимо, поле с дыньками. А я перепутал. Ну, видите, я давно не играл уже. Уже потерялись мои все навыки. Так, вот это, наверное. Вон там эти вот тыквы. Нам туда на поле. Пампинг это тыквы. Точно. Хэллоуин, пампинг. Это, по-моему, это все. Вот тут здесь. О, пошла добыча. Тут насос поставим. И плюс тут еще дерево посажу. Пускай будет дерево. Вот он. Будем как раз 150 тысяч сейчас тут насобираем с этого дерева. Высадим сейчас его, нафармим. И ну как быстро оно фармится, заметьте. Уже 35, 38, 40 тысяч. Буквально на глазах все растет. Фармится все как сумасшедшее. Фармим. Значит, о, все добылось. Полно ресурсов появилось. Полно всего, тут всего, при всего. Так, выполним на мантисов. Наверное, я не успею. Они ж новые быстро не появляются, мантисы. Вот, пампингом с полем мы завершили. Санфлауэр, это у нас, по-моему, подсолнухи, если мне память не изменяет, да? Вот, все, можем сюда сваливать. На подсолнухи идем. Санфлауэр. Вот это подсолнухи у нас. О. Так, и теперь... Тут насос втыкаем свой. Пускай тут у нас появляется. Все, зарядил, посадил. Все, фармим, значит, вот этим насосом. Насос нам поливает.
не насос, это как его называется правильно, поливалка, короче, поливает, фармим 60 тысяч, мантис я не заработаю, ну и что? А, браунбир, у меня выполнился квест как-то случайно, это этот вот этот коричневый мишка, да? Браун, не, браун это коричневый, вот именно, это коричневый, это черный, это блэк. Бир. Так, сейчас тут дофармим, потом полетим, на, наверное, через пушку. Получу туда к Брауну. Браун это, по-моему, медведь, который дает ежедневные задания, квесты. Так, хорошо. Почти уже есть 60, 50. 50, 50 комплит. Есть, хорошо, теперь можем в пушку залазить и летим. Так, Браун, Браун, Браун меня интересует. Вот он, дорогой наш Браун. Так, привет, я тебе квест принес. Дал мне какие-то там желейки, по-моему. О, желейку, билет дал мне. Ну, отлично. Так, что мы теперь можем сделать с вами? В принципе, complete collect pollen. 6 миллионов pollen мне надо нафармить, чтобы у меня выполнился квест какой-то pollen fat chair какой-то. Так, strawberry токен, то потом pumping токены. Тоже там какие-то понемножку квесты, вижу, выполняются. Ну, 6 миллионов это немало. Это немало. Бу-бу-бу-бу-бу. Какие тут квесты еще такие, что ближайшие мне? Ну, вот этот квест с полярным мишкой, потом какие-то на 6 миллионов квест смотрю. О, что еще такое? Да и мантисы, надо мантиса увалить. Они появляются редко, эти мантисы. Так, ну этот квест выполняется в любом случае, так что, в принципе, на нем потеть так особо и не надо. Что еще делать? А тут яйца покупаются прям. Открываем шоп. Купить яичко можно за 10 миллионов. Но яйцо у меня отсутствует, по-моему, такое для посадки. Сейчас посмотрим. Вот все, что у меня есть в инвентаре. Что мы там можем смешивать, получать. Яиц я не вижу. О, какие-то новые штукенцы появились. Как их использовать, для чего они нужны? Ingress, bow, the bee, to 10... Smash chance to case mutate. Это мутации пчелки. О, яйцо, silver egg. У меня есть одно. То есть мне нужно ячейку. Мне нужно ячейку, я смогу туда яйцо посадить. О. И плюс у меня полно роял желеек есть. Так, но мне главное сейчас просто... И билетиков полно у меня. Почти 500 билетиков у меня, кстати, есть. Так, ладно, это мы пока и так брать не будем. Мне интересно было, что еще мы... Если у меня есть почти 500 билетиков, есть ли тут возможность купить что-нибудь? Прям пчелу себе готовую приобрести. За 500 готов. А медвежонок стоит тут такой. Так, 500 вот собачку можно было бы себе купить. Но у меня собачка, по-моему, есть. 2000 тикетов медвежонок, чтобы со мной рядом бегал. А билети... Ух ты, ну это очень дорого. Мне только билетов в жизни не накопить. Котика тоже... я могу его купить? Пар... А, это уже... У меня он есть, наверное, да? Парч. Cannot found. А почему пишет парч, если у меня написано... Там же написано 500, а у меня их 469. Почему написано? Может, потому что у меня уже он есть? Тоже 500 тикетов. Видимо, это слово означает парчайс. Это то, что у меня он уже есть. Подарочный. О, 250. Buy 4 ticket. Золотое яйцо. Into the epic. Legendary or mystic bee. Можно купить яйцо так дешево за билетики? За 50 тикетов? Как-то дешево кажется. Ладно. Но ячейки у меня нету. У меня нету ячейки. Мне кажется, что ячейки может будут у меня... А у меня может есть какая-то ячейка, которая беспчелиная? Не, у меня, видите, все ячейки у меня заняты. У меня все ячейки забиты. Ничего не поделать. Так, ладно. А, что мы можем делать? Еще. Еще, еще, еще. Так, это что за поле? С метеоритами тоже непонятно, на самом деле, с этими. А нужны мистик би, нужны какие-то особые пчелы. Так, появились тут какие-то еще эти самые мантисы? Что-то не видно. Мантиса будет аж через 15 минут. Ой, ну это долго ждать. Мантиса. Так, мне интересно было еще с медведем. Но у меня, то есть, если я так к медведю залезу, я ж погибну. Надо сначала освободить свой инвентарь, потом полезть к медведю, наверное. То есть 14 миллионов у меня денежек сейчас есть. 14 миллионов, это совсем не хватает. Мне нужно 80 миллионов накопить. Это мне нужно 80 миллионов накопить, чтобы я себе открыл новую пчелу. Ой, новый слот. А потом потратить, допустим, билетики, 50 билетиков. У меня будет 32 пчелы. 32 у меня появятся пчелы. И я все равно не смогу попасть вот туда.
Туда все равно я не попаду, потому что мне не хватает просто пчел банально. То есть, ну как-то тут все сложно, так разработчик закрутил. Но мне кажется, что если я буду квесты активнее проходить, то тогда, возможно, как раз тогда мне, может, за квесты какой-то дадут слот новый. А тут, чтобы пройти квест, надо тоже попотеть, как вы видите. Солидно. Так, попробую в заключение к видеоролику. Ну как, режиме видно, что он не заброшенный, что режим развивается, что-то новенькое добавляет разработчик. Но квесты такие, знаете, они на такое, на задротство рассчитаны, что должен так сидеть и так фармить, как сумасшедший. Либо же донатить как черт, как проклятый должен донатить. А ну-ка, я попробую сейчас с медведем сразиться. Подождите-ка. Может, он сделал как-то так, что может с ним легче можно уже драться? Вот он, медведь. И что у него там? Время 2 минуты. У него 9000... А, ну вот, бьют его. Бьют его, бьют. А его как-то можно обойти стороной медведя этого? 9... Мои пчелы, мне кажется, не справятся с ним. За 2 минуты. И коридор... Коридор такой, я не смогу его никак, мне кажется, коридор настолько сделан узкий, что я не смогу его никак обойти, он меня догонит. Сколько я ему снесу, хоть половину хп снесу за этот? А, мисс, видите, много миссов у меня сверху пишут. Много миссов. Давайте 2 минуты попробуем, все-таки побьем его, посмотрим, какой будет результат. То есть мои пчелы должны быть настолько сильны, настолько должны быть прокачаны, что они будут, короче, это самое... Что они будут справляться с ним очень быстро. И хп у него было 10 тысяч. Что у него за 1 минуту должно остаться 5 тысяч. То есть, если 5 тысяч на минуте остается, тогда, возможно, пчелы мои справятся. Если на... не остается у него 5 тысяч на 1 минуте, тогда все, пиши пропало. Но вроде как наносит какой-то урон. Какой-то урон наносит мои пчелки, стараются. Грызут медведя за ляжку. Черного, причерного медведя. Так, минута. Ну вот, 6 у него 1300 у него хп, и у меня остается минута. То есть, скорее всего, мои пчелки не справятся. И мне такое ощущение, как будто бы коридор сужается. А тут уже конец. Сейчас мне надо как-то его обойти. По-моему, тут нереально его обойти. Он меня сейчас грызет. 5000. Ну, я попробую сейчас его как-то... Он, видите, к стенке подошел. Так. Ой-ой-ой-ой! Видите, он меня задел. И все. Я помер. Помер. Смертью храбрых. В общем, поиграли, вспомнили режим. Вроде бы что-то новенькое есть. Но если хочешь, допустим, прокачиваться и все-таки увидеть какие-то новые локации, нужно попотеть. И попотеть нехило. Чего мне, конечно, не особо охота делать. Но если вы поддержите хорошо лайками, может, я еще сюда вернусь. И еще побегаю для вас и позаписываю видосики. Так, божечка, для заставки сделаю. Для заставки, чтобы поставить на заставку. Вот так, стану тут возле своих пчелок, своих сот, такой модный. О-о-о-о-о. Для заставки. Все, увидимся в следующем ролике. С вами был Ниломоб. Мы играли в Roblox Beast Warm Simulator. Всем пока-пока.